тобой Настя. Вчера мне пришла посылочка. Конечно же, я не вытерпела и открыла ее. Но я еще не смотрела, что внутри. Я только видела, что наверху лежит. Иди сюда. Ну что, вы готовы открыть ее? И первое, что мы видим, это подушка-какашка. Вот она. Она очень мягкая. Но вообще, это не какашка, это трюфель. Так. Мне пришло две подушки трюфель. Вторая такая же мягкая. Дальше, что мне пришло, это подушки смайлы. А почему так много подушек? А потому что я люблю подушки смайлы. И я достану подушку, которая просто показывает всю мою жизнь. Вот. Подушки тоже такие мягкие, у них слезы мягкие. Вчера мы посмотрели пару подушек. И я показала эту подушку Вове. И Вова сказал, что это подушка с ушками и что это подушка-кошка. Следующая подушка — это я на истории. Так, следующая подушка. Это будет моя подушка. Она такая мягкая. Ребят, обязательно досмотрите это видео до конца. Ведь в конце видео я расскажу о конкурсе, в котором ты можешь выиграть одну из подушек. Следующая подушка — это подушка с языком. Мои подушечки закончились, и дальше я достаю расческу. Сейчас я вам ее покажу. Она обычная черная расческа. Она очень мягкая, так что мне нравится. Я эти посылки еще не открывала. Видите, они все запечатаны. Мы только посмотрели вчера несколько подушек. И это... это очки, в которых я буду ходить летом. Кстати, эти очки. Очки зеркала. Раз, сняла, посмотрела, как выглядишь. Одела очки. И пошла дальше. Мне пришло вот такое кольцо. Вот оно. У меня есть футболка с лапой динозавра, так что это кольцо очень хорошо к ней подходит. И следующее, что мне пришло, это классные розовые часы. С принтом сердечко. А вот это... я заказала. Я люблю бижутерию и одену эти сережки на какой-нибудь, на мой концерт. И последнее, что мне пришло, это подарок для моей сестренки. Кстати, она является администратором моей группы ВКонтакте. Если ты на нее еще не подписан, то смотри ссылки внизу в описании и подписывайся, потому что там моя сестренка проводит классные конкурсы. Это расческа, которая выпрямляет волосы. Мы ее сейчас откроем. Она такая тяжеленькая. Ее надо включить в розетку, нажать кнопочку, она нагреется, расчесывайтесь, и она будет выпрямлять ваши волосы. А теперь то долгожданное, что вы ждали. И это конкурс! Итак, ребята, я решила вас порадовать конкурсом, призы которого вы сейчас видите. Это подушка, мягкая подушка Smile. И еще я разыграю для вас летние часы. Условия конкурса очень простые, запоминай. Нужно подписаться на мою страничку ВКонтакте, на мою группу ВКонтакте, на мою страничку YouTube и поделиться этим видео со своим другом. А еще, если ты участвуешь, то пиши в комментарии, я участвую. Первый день лета я объявлю победителя. Победителя будет 3. Каждому победителю я отправлю свою фотографию с автографом и пожеланиями по браслетику. А еще кому-то достанутся часы или
трюфель или такой классный смайл-подушка. Желаю удачи и победы в конкурсе каждому из... Эти классные смайл...